хоть хорошо ехать верхом при луне. Особенно по лесу, между кустами орешника, и жутко, и приятно. И такая странная игра света и тени. Мне всегда кажется, что кто-то за мной крадется. И вот еще. Знаете, в темную-темную тихую ночь сядешь около леса, и мне кажется, что сзади, около самого уха, кто-то горячо-горячо о чем-то шепчет. Это кровь стучит. Вы очень поэтически описываете. Вы полагаете? В таком случае Маше мои описания не понравились. Почему? Разве Марья Павловна не любит поэзии? Представьте, нет, она считает, что все это сочинено и неправда. А вот этого как раз она и не любит. Сочинено? Ну она что же иначе тогда, сочинитель? А вы ведь тоже не должны любить поэзию. Скакать при луне и сидеть возле темного леса? Нет. Не любитель. Но какая романтическая девушка. И к тому же умна, хороша собой. Отличное воспитание. Позвольте спросить, вы зиму где намерены провести? Может быть здесь, а может быть в Петербурге. Но мне кажется, в Петербурге я соскучусь. В Петербурге-то? Помилуйте, как это возможно? Нет, столица есть столица. И интереснее гораздо, и не намного дороже, что вы. В таком случае я эту зиму проведу в Петербурге. Я думаю, что вы не будете раскаиваться. А я никогда ни в чем не раскаиваюсь, не стоит труда. Сделал глупость, постарайся скорее забыть ее, вот и все. И много вы их уже сделали, простите, за дерзкое любопытство. Да нет. У меня еще все впереди. Однако мне пора. Луна взошла.